В детском парке Николаева в Чебоксарах в зооуголке «Ковчег» у черных лебедей появился птенец. Отнюдь не гадкий, утенок еще совсем крошечный. Он греется под крылом или на спине мамы. В его воспитании принимает участие и папа. Новый обитатель зооуголка уже хорошо плавает, но внешне еще не похож на своих родителей, так как покрыт темно-серым пухом. Окрас изменится только через 6 месяцев, когда отрастут черные перья. Во взрослую грациозную птицу лебеденок превратится к своему первому дню рождения.